представляет. Имя Микаэла Тривердиева хорошо известно широкому кругу любителей музыки и отечественного кинематографа. Народный артист России, лауреат всевозможных международных и отечественных премий, Микаэл Леонович родился в Тбилиси 15 августа 1931 года. Но всю свою профессиональную жизнь связал с Москвой. В 1957-м окончил Гнесинку, а в 1958 году на экраны вышла картина «Юность наших отцов». Это был дебют композитора в кинематографе. А всего Тривердиев написал музыку к более 130 фильмам. Но особую популярность ему принесли легендарная «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «17 мгновений весны». Он писал музыку на стихи знаменитых поэтов, среди которых Пастернак, Цветаева, Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко, Рождественский, Добронравов. Микаэл Тривердиев – автор музыки 4 опер, 4 балетов и более чем 100 романсов. Собрание сочинений композитора настолько обширно, что до конца еще не опубликовано. Его вдова, музыковед и литератор Вера Тривердиева до сих пор в бездонных архивах своего мужа находит ранее неизвестные музыкальные реликвии. Микаэл Леонович был увлеченным человеком. Занимался фотографией, интересовался астрономией и любил виндсерфинг. Его жизненная философия отражена в названии автобиографической книги «Я просто живу», отрывки из которой прозвучат сегодня в исполнении Валентина Гафта. И, конечно, будет звучать великая музыка Микаэля Тривердиева. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. Мгновения спрессованы в года. Мгновения спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, 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 мгновения. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня в этом зале, в Государственном Кремлевском дворце, творческий вечер Микаэла Тривердиева. А значит, сегодня время настоящей музыки и настоящей поэзии.
Что такое музыка? Музыка – одна из сторон моей жизни. Еще есть рассвет, еще есть ночь, есть море, есть океан, есть водные лыжи, есть многое, что мне очень интересно. И еще есть любовь. Нашу программу продолжает легендарный композитор, музыкант и исполнитель многих песен Микаэла Таривердиева Сергей Никитин. Как нам сегодня с вами не вспомнить «Иронию судьбы» или «С легким паром»? Один из 8 романсов, написанных Микаэлом Таривердиевым на стихи Евгения Евтушенко. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это, и наш раздор необъясним, мы оба мучимся с ним. Со мною вот что происходит, ко мне совсем не так приходит, мне руки.
руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных слуг, дружб ненужных во мне уже осатаненность. Кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете. Разнообразные не те. Со мною вот что происходит. Вот что происходит. У каждого из нас есть свои любимые фильмы. Но есть один фильм, который знают и любят практически все. Причем знают практически наизусть. Да, это точно. Мы с друзьями ходим в баню, да? А еще помнишь там этот... Пить меньше надо пить. Это я говорю о своем лично любимейшем фильме «Ирония судьбы». Или «С легким паром». Вот лично я очень расстраиваюсь, когда мне не удается в Новый год посмотреть этот фильм. У меня ощущение, что вот как будто год прошел зря. Понимаю. И я буду очень завидовать всем, кто будет выходить на эту сцену и исполнять песни из этого фильма. Таривердиев и Марина Цветаева. «Хочу у зеркала». Исполняет Алсу. Зеркало, где муть и сон туманящий, я выпытать, куда вам путь и где пристанище. Я вижу мачта корабля, и вы палубе, вы в дыме поезда, поля, поля, вечерней жалобе, вечерние поля просе, над ними вороны, благословляю вас. Благословляю вас, благословляю вас на все четыре стороны. Благословляю вас, благословляю вас, благословляю вас на все. По улице моей
дискотек, твоих концертов строгие мотивы. И мудрая, я позабуду тех, что умерли или доселе живы. Я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, опьянит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты растворятся снова, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, труба выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать, не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Оркестр гремит басами, трубач выдувает. Песня «На Тихорецкую» появилась гораздо раньше, чем фильм «Ирония судьбы». Она была написана специально для спектакля МГУ. И в начале 60-х ее исполнял Владимир Высоцкий. Ее услышал Эльдар Рязанов и включил в свой фильм, не зная даже о том, что автором этой замечательной песни является Микаэл Таривердиев. Ну а в нашей программе ее исполнит Елена Ваенга.
Тихорецкую составу отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные, начнет выпытывать купе курящие, про мое прошлое и настоящее, совру с три короба, пусть удивляются. С кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матроя в тельняшечке, как тяжело на свете жить. Идет на станции и распрощается. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, останется. Одна в окошечке сижу, не грустная, и только курочка в руке арбузная. Но что с девчонкою такое станется? Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется. Состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Марина Цветаева, Микаэл Таривердиев. «Мне нравится, что вы больны не мной». Исполняет Сурганова и оркестр. Спасибо вам и сердцем
закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не раз над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами. Часами за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами. Что наши потомки когда-нибудь будут смеяться, глядя на костюмы наших космонавтов. Наверное, будет другая мода на космические костюмы. Но никогда не будет моды на достоинство, не будет моды на духовность. Это не может быть модой. Это никогда не пройдет, пока человек остается человеком. Спросил у ясеня, где моя любимая. Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая. Тополь забросал меня осеннюю листвой. Я спросил у осени, где моя любимая. Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал, где моя любимая. Долго дождик слезы лил за моим окном. Я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя любимая.
любимая, облако растаяло в небесной синеве. Друг ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась? Знаешь, где она? Друг ответил преданный, друг ответил искренний, была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая, стала мне жена. «Король олень». Многие помнят и любят этот фильм, но немногие знают, что именно в нем дебютировала 19-летняя Алла Пугачева. И это была ее первая работа для кино. Ну а сегодня балладу Анжелы из фильма «Король олень» исполнит Анни Лорак. С башни время.
Сейчас на сцене молодой композитор, автор и исполнитель Марк Тишман. Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Пусть кукушка молчит опять, ей судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Над дорогой встает заря, синим светом полны моря. Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Будет радость и будет грусть, ты окликни, я оглянусь. Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь. Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь. Вернусь. Вы знаете, я вообще убежден, если бы Моцарт жил в 20 веке, он бы писал музыку только для кино. Там шел дождь с утра. А ты такая красивая, промокшая и счастливая. Ты куда-то спешила в тот день, Барбара, 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 Барбара. Вспомни, под навесом кто-то тебя ожидал. И он крикнул тебе: «Барбара, Барбара!» А ты такая красивая, промокшая, счастливая, к нему под дождем побежала. И он обнял тебя: «Барбара, Барбара, Барбара!» Где ты теперь? Где теперь человек, что тогда под навесом тебя ожидал? Тот, что крикнул тебе: «Барбара, Барбара!» Он убит или жив? Он убит или жив тот, чьи руки тебя обнимали? О, Барбара! Thank you.
pleuvait sans cesse. Surprise, surprise, ce jour-là. Et tu marchais souriant, épanoui, ravi, ruisselant sous la pluie. Oh Barbara, 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 Barbara. Rappelle-toi, un homme sous un porche s'abritait. Dans ses bras, Barbara, Barbara, Barbara. Музыка Тривердиева обладает уникальной способностью открывать в уже известных артистах абсолютно новые, неизведанные ими грани таланта. В разведке песня на стихи Михаила Светлова исполняет Алена Свиридова. Звезда на нас взглянула из-за дымных облаков. Наши кони шли понуро, слабо чуя повода. Я сказал ему: Меркурий называется звезда. Тихо-тихо, редко-редко донесется скрип телег. Мы с утра ушли в разведку, степи травы наш ночлег. Попали в перестрелку, мы отсюда не уйдем. Да. Я сказал ему чуть слышно, нам не выдержать огня. Поворачивай, кадышла, поворачивай коня. В ночную сырость, как бежали мы сквозь тьму. Мы не скажем командиру, мы не скажем никому. Он взглянул из-под папахи и ответил: наплевать. Мы не зайцы, чтобы в страхе от охотников бежать. Пуля
Стихи Андрея Вознесенского. «Не возвращайтесь к былым возлюбленным». Галина Беседина, Сергей Тараненко. «Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты, как домик убраны, где они жили, где они жили, где они жили немного лет. Вас встретят та же ограда белая, и возле домика на холме две рощи правая, а позже левая гудят раздвоенно, гудят раздвоенно, гудят раздвоенно в темноте. А в доме, в доме эхо уронит чашку, а в доме, в доме эхо предложит чай. Ложное эхо оставит на ночь, когда ей надо бы закричать. Теперь нас нет, нам не вернуться, нам не годам, разрубленным, годам разрубленным, но только эхо, 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 эхо звучит в ответ. Два эха в роще живут раздельные, как будто в стереоколонках. Они разносят, они разносят, они разносят, они разносят, они разносят по свету вслух. А завтра, завтра вечером на поезд следуя, вы в речку выбросите ключи, и роща правая, и роща правая, и роща левая, и роща левая вам вашим голосом прокричит. Возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Вам не вернуться, вам не вернуться годам разрубленным, но только эхо, 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 эхо звучит в ответ. Не покидайте своих возлюбленных, былых возлюбленных на свете нет. Не покидайте своих возлюбленных, не покидайте своих возлюбленных, не покидайте, не покидайте, не покидайте, не покидайте, не покидайте своих возлюбленных. Возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты, как домик убраны, где они жили, где они жили, где они жили немного лет. Когда я был молод, меня приглашали молодые режиссеры. Когда я стал среднего возраста, меня по-прежнему приглашали молодые. Сейчас, когда уже в третьем возрасте, меня снова приглашают молодые. И мы разговариваем с ними на одном языке. Значит, я не застыл. Я еще не такой старый крокодил.
Ну а сейчас в нашем концерте выступит артистка, песню которой написал композитор Максим Фадеев. Не удивляйтесь, дело в том, что в этой песне использована знаменитая тема Таривердиева. Песня «Снег» звучит в исполнении «Глюкозы». Хочу пригласить на сцену композитора, автора и исполнителя Александра Розенбаума. После «Иронии судьбы» было невозможно мне не написать такую песню, которую я посвятил тогда Михаилу Леоновичу. Сегодня я ее спою с удовольствием. Ей-богу, грех в такую ночь не выйти на свидание городу и снегу. На улице шуршащие от бега обветренных машин. Увидеть
отражение души в колодце черного двора. И вспомнить, вспомнить, вспомнить про вчера, уснувшее в заснеженной, уснувшее в заснеженной, уснувшее в заснеженной тиши, тиши, тиши. Как белые ночные мотыльки, как белые ночные мотыльки летают возле фонарей снежинки, пылинки вечности по имени зима. И белыми громадами дома, и белыми громадами дома нависли над безлюдьем тротуаров, сияя трещинами арок, по городу идет зима. О, сколь прекрасно это полотно, природой сотканное за ночь. Какая щедрость в каждом из мазков, сугробами скамейки над рекой. Едва подернуты туманом, нахохлившись, ворона на снегу чернеет. Не отбилась бы от стаи, как часто ночью город дарит то, как часто ночью город дарит то, что утром мы порой, что утром мы порой, что утром мы порой не замечаем, как часто ночью город дарит то, что утром мы порой не замечаем. Помню, когда мне было 6 лет, меня отправили в детский сад. В первый же день ко мне подошли 2 мальчика, и один из них сказал: «У нас 2 команды. Я главный в этой команде, а он в другой. Ты за кого?» Я ответил: «Я не за кого, я за себя». Тут началась драка. Я получил хорошую взбучку и от одного, и от другого. Как ни странно, моя позиция с тех пор не изменилась. Я всегда был и буду за себя. Мы пришли из веков и уходим, уходим в века, уплывая, как лунные тени в танце последним скользим мы пока, и поглотит нас скоро забвенье. Все тише звучат инструменты оркестра, все тише скрипит под ногами паркет. Продлите, продлите мгновенье мое. Как вы нас терзали, такие же страсти, но ушли без следа нашей жизни года и мечты о призрачном счастье. Все тише звучат инструменты оркестра,
крыши скрипит под ногами паркет. Продлите, продлите мгновенье, маэстро. Мы были, мы были, мы были, мы были, мы были, мы были, и больше нас нет. Продлите, продлите мгновенье, маэстро. Мы были, мы были, мы были, мы были, мы были, мы были, и больше нас нет. Ну а сейчас легендарная песня Таривердиева на стихи Роберта Рождественского из легендарного фильма «17 мгновений весны». На сцене Леонид Агутин. Боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут крепные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло. Хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня до пьяна, а не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло. Хоть память укрыта такими большими снегами. Thank you.
ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Спасибо, друзья. Браво великому художнику. Дорогие друзья, наш вечер подходит к концу. Вечер прекрасной музыки, вечер любимых песен, вечер ностальгии по-настоящему. И пусть в ваших сердцах навсегда останутся эти прекрасные звуки, и тогда никогда не исчезнет великое предназначение музыки. Не исчезай. Во мне ты навек. Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты вновь через тысячу-тысячу лет. Но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей. Не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будь из всех исключение, не исчезай. В нас вовек не исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой вдвоем, мы из жизни моей. Не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, и у каждой есть тысяча свеч. Но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если отступит край. Ведь все равно, даже если исчезну сам, я исчезнуть тебе не дам. Не исчезай.